И всем привет, ребята, с вами Game Studio, я продолжаю делать обзор экспериментов в GTA 5. И сегодня, как обычно, я буду пытаться изменить исход, только уже, ребята, не миссии, а пасхалочки. И давайте перейдем уже к самой пасхалочке. Спонсором данного видеоролика является канал Prox Production. Парень делает интересные короткометражные фильмы в GTA 5 с кучей монтажа и спецэффектов. Мне очень понравился его канал, поэтому я советую вам подписаться, ссылочка будет в описании. Эта пасхалочка располагается вот здесь вот приблизительно, вот здесь вот, так непонятно, почему у меня в меню лагает. Телепортнемся туда на вертолете, обязательно нужен вертолет. В общем, что происходит? Ой-ой-ой, какого фига? Стоп, что происходит? У меня вертолет что-то не взлетает. Стоп, у меня вертолет не взлетает. Что за прикол? Я не понял. Тревор, это что за бред такой? Почему, какого хера ты не взлетал? Так вот, про чё я? Эта пасхалочка находится вот, сейчас скажу, вот в этом месте, куда я телепортировался, только маленько левее. Вот на этой вот горе, вот слева, которая от меня находится. Вот, сейчас вам покажу сразу местоположение на карте. Вот тут, короче, это находится. Ровно в 7 часов вечера. Здесь появляется машина с двумя девушками, и за ней... Из-за этой машины находятся копы. Это отсылочка к фильму «Тельма и Луиза». По-моему, как-то так называется. Я не знаю, что это за фильм. Вот, и давайте я вам продемонстрирую эту самую пасхалочку. Так, для этого мы с вами сейчас выставим тогда время. Ну, часов надо нам... Так, ага. Вот где-то приблизительно, я думаю, то, что... Сейчас, стоп. Я прибавлю время. Так, ну где-то давайте поставим, знаете, сколько? 45, да? Или 50? Вот так вот, отлетим сейчас чуть-чуть подальше от этого места, чтобы у нас пасхалка эта прогрузилась. Так, включим телефон, чтобы нам видеть время. 18:54, ага. Я думаю, то, что уже сейчас можно будет скоро разворачиваться. Сейчас мы подальше отлетим с вами. Так, отлично, по-моему, там сейчас что-то уже появиться должно. Разворачиваемся обратно. Так, давайте летим. Сейчас мы долетим, и тут должна стоять машина, и сзади нее еще полицейские. Так. Да, ребята, смотрите, пожалуйста. Вот эта самая машина. Вот, и в ней должна быть, так понимаю, Луиза. Давайте сейчас остановлю время. Специально, чтобы вы посмотрели. Так, тихо. Не шуми, вертолет. Да, Тельма и Луиза, как-то так их зовут, у них там гитары. Вот, сейчас, короче, к ним подойдет вот этот вот самый полицейский, и они рванут прям с обрыва, ребята, вот так сюда вниз. Прикольная пасхалочка, я ее нашел в интернете, так. Ой, что-то я не то сделал, подождите. А, мне же тайм надо вернуть, да. Вот, пожалуйста. Смотрим сейчас на то, что все-таки здесь произойдет. Самое интересное то, что... Не получается несколько раз эту пасхалку сделать. Вот видите, она назад отъезжает. Приходится каждый раз, придется, точнее, каждый раз мне перезагружать игру. И вот, пожалуйста, она падает вниз. Только вот почему-то она не взрывается. Она, по идее, должна взрываться. Ну, как я видео увидел, то, что она взрывалась. Ну, давайте сейчас сядем, посмотрим, что там вообще с ней произошло. Так. Ну-ка, ну-ка. Вот она вниз уже сейчас катится, да? Там две бабы сидят, да, я так понимаю? Надеюсь, что они не убегут сейчас никуда. Давайте посмотрим, подойдем к ним. Тревор, выходи с этого вертолета гребаного. Ну, Тревор, не катись ты как говно! Где-то Тельма и Луиза. А вот они, да? У них там кто-то есть вообще за рулем или нету? Да, они за рулем. Но странно почему-то то, что машина не взорвалась. Ребята, машина-то должна была взорваться. Нет, она реально должна была взорваться. Там, походу, Луиза или Тельма, она умерла. Но давайте сделаем так, чтобы они умерли. Все-таки, как бы, по задумке они должны были умереть. Да. Вот, пожалуйста. Самое интересное то, что исход этой пасхалки, скорее всего, процентов на 100, может быть, даже, конечно, и поменьше, можно предотвратить будет. Вот, и давайте, наверное, к этому приступим. Вот, ребята, время как раз 7:01, 02 уже. И сейчас здесь должна появиться эта пасхалочка. Так, смотрим. Да, она появилась. Нам надо срочно ставить время на паузу. Правда, здесь будут вот эти звуки вот страшные.
от вертолета, но ничего страшного. Вот у нас это Тельма с Луизой, значит, да? Так, и теперь у меня есть одна идейка. Ну, как всегда, это поставить контейнеры, ребята. Мне кажется, я уже везде ставлю контейнеры, но... вариант то, что это сработает, я уверен 100% насчет этого, потому что я в Ютубе тоже видел, где, ну, чуваки проводили такой эксперимент. И я вот захотел тоже попробовать. Ну, сейчас мы выставим с вами эти контейнеры. Посмотрим, значит, да, прыгнут ли они вот сюда, вот на эти самые контейнеры. Так, я вот не знаю только, до каких пор их придется ставить. Блин, самое интересное то, что их надо ровно ставить. А мне так, ребят, неохота ставить их ровно, реально. Вот вообще просто, ну, пипец, вот неохота как ровно ставить. Я-то это понимаю, что их ровно лучше надо поставить. Но давайте попробуем сначала не ровно поставить эти контейнеры. Потому что если я буду сейчас ставить их ровно, это столько времени много, честно, на это надо. Вот мне интересно проверить, вообще они смогут ли, не проехав сквозь них, врезаться в контейнеры. Но вообще я видел то, что смогут, ребята. Но надо проверить. Так, значит, она вот тут вот так вот едет, в принципе, должна врезаться в контейнер по логике, да? Так, ну... Да, этот вертолет, конечно, он мне очень сильно мешает. Ладно, пофиг, давайте посмотрим. Получится ли у нас это... Получилось ли у нас это сделать или нет? Так, сейчас к ним подойдет коп, да? Я так понимаю, тут еще мой вертолет, блин, мешает. Ну, коп начинает подходить. Так. И она отъезжает назад. Ага. В смысле? Это... Чего? Ребята, что произошло? Чё за бред? В смысле? Чё случилось? О, я чё, зря вот это ставил? Куда они делись? Вы... Какого хера они выбежали? Нет. Конечно, я их фактически спас. Тем, что... они не упали вниз. Но... Этого не должно было быть. Я сломал игру сейчас. Чё я сделал? Чё я сделал, что... Да, старания прошли, конечно, зря. Насчет контейнеров. Ладно, ребят, давайте попробуем еще раз это сделать. Ребят, поставил я опять эти контейнеры. Я надеюсь, что сейчас все получится. Возможно, кстати, каким-то боком мешает мой вертолет. Ну, то есть, то, что он парит, типа, это как-то влияет на это. Я не знаю, хорошо, сейчас проверим. Сейчас подойдет коп. Я надеюсь, то, что у нас эта баба не задавит этого копа. Вот. Сейчас пасхалка сработала. Я так понимаю, тогда что-то произошло не то. Да, ребята. Пожалуй, стай, я спас их. Я так и думал, что это так и будет. Это пасхалка, это не миссия. Пасхалка не заскриптована. Как вы уже видели, то, что тут может произойти все, что угодно. Она не сработала. Во-первых, в прошлый раз у нас он наехал на полицейскую ногу. Там полицейские начали стреляться друг в друга. Кстати, заметьте то, что тот раз полицейские начали в полицейского стрелять. Это бред. Ну вот, пожалуйста, она ничего не может сделать с этим. Давайте сейчас сядем, что ли, рядом с ней. Хоть посмотрим, рассмотрим их. Ой. Внимательнее. Нет, не сядем или сядем? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тихо, тихо, аккуратненько. Так. Ай. Да, сейчас бы рассмотреть аккуратненько. Да, конечно, я просто шикарный. И что мне делать? Ладно, ребят, хорошо, давайте перейдем еще к одному способу. Повторно, ребята, пробуем. Так, у нас 7, опять же, часов. И должна сейчас опять же появиться эта пасхалочка. Да, она опять появилась, так. Вырубаем, значит, мы время до самого минимума. И теперь мы пробуем ставить сюда людей. Да, это, так, знаете, живая преграда. Будет так, заходим сюда, значит, пэды, и выбираем, ну, как всегда, мы выбираем Gang Family, или что мы там с вами, Малис, это, по-моему, мужчина, да? Вот, давайте их вот тут вот так вот наставим, большое, огроменное просто количество мужиков. Так, вот-вот-вот мы уже наставляем их, смотрите, сколько их уже здесь. Думаю, ну, много, в принципе, нам не надо, да, их ставить, но, хотя я не знаю. Давайте еще здесь так по краю поставим, чтобы она из колеи не выбивалась, да? Это вот самая девушка. Так, хотя нет, туда уже, мне кажется, перебор все-таки будет людей вот этих вот, да? В чем, в смысле, в чем прикол?
А, все понял. Они сначала у меня просто не удалялись почему-то. Так, отлично. И возвращаем время в обратную сторону, значит, да? И смотрим. Сейчас опять же должен подойти полицейский и проверим, сможет ли у нас вот такое количество людей остановить эту машину. Но... Ага. Значит, она просто тупо восстанавливается перед людьми. Слушай, а что будет, если сейчас полицейский дойдет? Или он решил не идти, полицейский, нет? Она... Ну все, короче, мы ее, можно сказать, спасли, эту машину, этих вот двух дамочек. Она просто не хочет ехать дальше. Я думаю, она, может, сбьет их. Это, знаете, это как обычный, оказывается... О, и вертолет полетел, нихера себе. Ребята, это как обычные машины в GTA 5, ну, которые имеется в виду... Компьютер, который вот на дороге едет, да, он едет и останавливается. Походу, они также. Только через некоторое время компьютер взбесится и как нахер протаранит, короче, их всех. Вот, такая вот херня может произойти. Ну, ты будешь таранить их или нет? Знаете, какая у меня идея есть? Сесть и попробовать с нее пострелять. Может быть, это получится? Так, 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 стоп. Ну-ка, садись давай. Так, и пострелять в нее. Может быть, как это сподвигнет ее... На то, чтобы она поехала дальше. Так, ну-ка, давай выходим. И стреляем по земле. Давай, давай, езжай. Ну-ка, по машинам ваши. Точнее, по машине вашей, ну-ка. Что-то вообще как-то это не работает. Я наоборот только взорвал их. Да, конечно. Лучше я для них не сделал. Лучше бы они, мне кажется, скалы слетели. Ладно, ребят, вот давайте на этом закончим. Прикольная пасхалочка. Как раз-таки у меня наконец-таки получилось предотвратить хотя бы не исход миссии, но исход пасхалки. Она не заскриптована, и это мне очень сильно нравится. Ладно, ребят, всем спасибо, кто будет смотреть это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И с вами был GameStudio. Всем пока-пока.